Добрый день! Меня зовут Ольга Орлова, я лайф-коуч и тренер женской риторики. А еще я одна из организаторов и участниц фестиваля, который пройдет в августе, буквально через несколько дней в Джанхоте. Фестиваль так и называется «Собери пазлы счастья». Для каждой из нас очень важно быть счастливыми, очень важно быть любимыми, красивыми, здоровыми, молодыми, веселыми, легкими и множество разных-разных параметров, которые, когда сложишь вместе, они и называются счастьем. Именно за счастьем, именно вот за этим состоянием я приглашаю вас в Джанхот. Я буду там проводить мастер-классы «Знакомься легко», «Договаривайся всегда», «Говори как королева». То есть тот блок, который отвечает за коммуникации. Очень часто мы чувствуем хорошие, испытываем прекрасные чувства, но не умеем о них сказать. Или мы хотим сказать что-то близким, но говорим как-то вот жестко, резко, и нас не понимают, и нас отталкивают. Как быть с одной стороны очень целостной, целеустремленной, яркой, красивой, самобытной, а с другой стороны не ущемлять интересы своих близких и говорить с ними на доступном, легком и приятном языке. Именно об этом пойдет речь на моих мастер-классах. Если для вас это важно, интересно, актуально, приезжайте. Кроме этого, у нас будет еще множество других интересных вещей, но я говорю пока сейчас о коммуникациях. Если вы хотите знакомиться легко, договариваться всегда и выступать публично как королева, приезжайте в Джанхот. До встречи!